И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на сервере Savage PvP 10x, все так же с модом Afterlife. Собственно, как видите, домик маленько ни капли вообще не изменился, я ничего не делал в плане дома, все оставил так, как было. Здесь все оставил то же самое, пока что я жопа ленивая, но не до него было мне дело. Я занимался определенными делами, плюс на сервере были проблемы, пытались найти что да когда где, точнее как. Я в плане своего незнания и так далее пытался помочь, чем как говорится, помог, чем смог. Вот, и суть дела в том, что нашли, в чем проблема. На канале даже выходил видос о том, забагованный Dodorex, и, собственно, из-за него была вся проблема. То есть он спавнился на летающем острове, кто мимо острова пролетал, сам того не зная, как говорится, багал и крашил сервер, то есть приходилось перезапускать. Сейчас же все нормально. На сервере он полностью убранный, несмотря ни на что, нужен, не нужен, вообще пофигу, он полностью убранный. Как же ж он на сервере, то есть вообще в целом на моде стоит, был об этом видос. Можете его посмотреть, когда он был, то в пятницу был. Вот. Пока я бегал на острове, на локалке, то есть тестил что-то когда где, у меня, о, кстати, у меня тут, наверное, это, да, у меня гамма стоит большая. Я тут ночью бегал, кое-что проверял. Вот, кстати, вот это вот все команды, это вот по вызову Dodorex'а, и чтобы это, ну, хоть как-то вызвать. То есть это вот столько тестов я проводил, то есть, ну, так сказать, чем смог, помог, и на том хорошо. Вот, собственно, в чем прикол. Пока я бегал на острове, там, на локальном сервере, я вкачал себе 300 левел максимально, короче, и мне дали, открыли. Во-первых, открыли мне рубашку для... рубашка костюма для день рождения, ой, на день рождения, скин, и такие же штаны. Штаны вы видите, рубашку, ну, вы, собственно, тоже видите. А по факту, не в этом весь прикол, не, вот, не в том, что здесь полностью все типа это, не видно и так далее, не в этом прикол. Прикол в этом. Реально, вот в этом весь прикол. То есть это тупо скин, который, да, это скин от разработчиков, который дает вот такой вот типа день рождения, все дела. Но почему-то мне открылось только на 300 левеле, когда я достиг максимального левела. И вот этот скин дается именно так. Если убрать эти скины, то у меня обычная одежда. То есть я эти скины могу надеть на любую одежду, и я буду выглядеть именно вот так. А еще на лицо я надел, видите, очки, то есть вообще непонятно, что за шапка. То есть единственное мою броню выдает это перчатки и ботинки, все в остальном я же полностью такой галичок бегаю и в очках, такой культурный, но даже без трусов, вот, в перчатках, в ботинках, но без трусов, даже в очках. Вот для чего я включал гамму. Бегал, дело было ночью, бегал я лутать своим увеличительные стекла, вот, и для чего я их лутал, точнее, от кого, точнее, под кем я их лутал. Вот там тусуются у нас Альфа Раптор 115, Карна Спирит и, ой, блин, Терезинозавр, тоже Терезинозавр Спирит. У него я не посмотрел ХП, уж не до него, пофигу на него. У Карна Спирита 110 левела. Вот он. 42000 ХП. У Альфа Раптора 72000 ХП. Или 75, даже 74. Короче, 70 с лишним тысяч хп. Я понял, что убивать мне точно нет смысла. Это полный кобздюнь. Ой, извиняюсь. У меня я тут горло сорвал. Чутка. Кстати, не знаю из-за чего, но горло я сорвал. Вот. Вроде ни на кого не кричал. Хотя, возможно, бомбило меня, и я даже это уже не замечаю просто. О, нормально, так получше, слава. Немножко побегал на Рапторе, немножко покачал его, потихонечку сам качается. И в целом вкачал он 15 тысяч хп. Урон у него уже 100... О, ну, 1023. Ну, сами все видите, выносливость как бы. Сейчас ему давать
здоровье вкачаем. Дамаг у него сейчас что-то 2000. От 2 до 2200, что-то не помню сколько. Точно. Ну, больше 2000 это точно. Вот, и все как бы здорово. А, кстати, да, у меня теперь вот эти вот скины спавнятся постоянно. Не знаю, ну, в целом это стандарты. Очки ботаника мне спавнятся постоянно. Как выбил один раз очки ботаника, они мне теперь постоянно спавнятся. Но, если я не ошибаюсь... Да, слушайте. А ведь реально, теперь мне ни с одного дилки не выпадают эти долбанные очки. У меня не хламится инвентарь. Седло паразавра мне выпадает после того, как я завалил паразавра. Вот это вот у меня выпадает после того, как я стал 300-го левела. А вот это в целом изначально, как помните, я зашел, у меня он уже был. Прикольно. Да, неожиданно. Открылись у меня... не здесь. Открылись у меня прически дреды, косички и усы. Я их поставил, только, собственно, они... Собственно, и открыты. Ну вот, поэтому как бы я их сделал. А то лохматым ходить не прикольно. Так, вот это все можно выкидывать. Конечно, единственный косяк, это захламляет инвентарь, но с другой стороны, это вполне прикольно. Лично я не против, когда дают на халяву скины. Это очень даже прикольно. Вот, не видите, волосы у меня тут лежат. Прячь волос. Вот, и все нормально. Цветную пасту я залутал немало. Плюс создал немало. Металл у меня есть. Собственно, когда я создал кирку, именно для этого я ее создавал. Лутал нефть, летал в зиму, лутал нефть, под водой лутал. В общем, сначала под водой подлутал 400, потом думал, ну и в баню, меня пираньи долбали. Я улетел в зиму, там чуть не сдох, конечно, точнее, я офигел, когда просто мимо Спирит Рекса пролетел и такой, а, да ладно. Например, такая ситуация была. И то я пролетел, такой, прилетаю мимо, такой, че ты мне показалось, там спирит такой, вроде бы. Отлетел такой, смотрю через трубу, опаньки, спирит Рекс такой. Думаю, ёпта, я просто в упор к нему. То есть вот, верстак, допустим, это Рекс. То есть вот реально, в таком расстоянии я просто мимо него пролетаю. Как он не развернулся, мне не сжахнул, так что я полетел бы в другом направлении. Не знаю. Создал хилок регенерации дофигища, просто создал их. Ну а что, цветы создаются из волокна, почему бы их не создать? Сейчас же я хочу создать эту печку. Печку, чудо-печку. Да, полимер дофига, в прошлой серии его подлутали. Поэтому чудо-печку я могу состряпать. Так, ну-ка, металлчик туда залетит. Отлично, термошкафчик, металлчик положился. Ну, в целом, термошкаф можно использовать как шкаф. Просто он занимает дофигища. Так, вот так вот. Так, погнали. Вот это. Дальше, что мне нужно, это не то. Дальше мне нужно 500 кристалла и 800 нефти. 600 нефти, что-то я так и мельком глянул, да и пофигу. И кристалл. О, нифига себе, у меня все так, так сказать, в притирочку. Но с такой печкой должно быть легче. Создаю. Здесь у меня металла не хватает, здесь у меня металла не хватает, у меня везде металла не хватает. Здесь нужна электроника, здесь нужно все. Здесь нужно реально все. Так. Все можно забрать. И это тоже можно забрать. Так, полимерчик сразу же закидываем сюда. Мне он пока что не нужен. Пистолет на уборку территории. На изготовность. А, кстати, давайте-ка посмотрим. Что эта печка нам даст? Не понял. Что-то мешает, не по. Вот. Какого? Фига. Ёб твою ж налево. Сама-то она маленькая, а вот местечко-то занимает просто ядрошенка. Ёптель-моптель. Ладно. Еще и высоту занимает жестко, да, территорию? Обалдеть! Ладненько, давайте поставим здесь. Потом поставим его внутри. Так, ты еще не запираешься, что ли? Ёпарасоте, вот это жопа-то говняная. Так, ладно. Погнали, посмотрим, на чем она вообще работает. Это надо все убрать.
Немножечко надо сделать топливо. Я думаю, работает она на топливе, а я что-то не допетрил, дебил, создать это топливо. Зажигаем. А, ну чё, подготовлюсь и включусь. Ну что, печка полностью заряжена. Я бы так сказал, почти полностью заряжена. Перекидываем туда топляк. А вот, простите, для работы требуется бензин, собственно. Вот он, бензин. Включаем и смотрим, как она будет пережаривать. Обалдеть. Это то, что мне нужно. Да, это именно то, что мне нужно. Так, теперь. Хватаем половину нефти от того, что у меня есть. Даже вот так вот сделаем. И оставшуюся кожу там. Сейчас вот так застакаем, чтобы ровные стаки были. И погнали. Погнали. Сейчас сразу же бензинчик сделаем, чтобы он у меня был. Йо, просто он уже все переплавил. Да, вот к этой печке-то я и стремился. Метальчик-то мне залутать не проблема. Там, вверху. Кстати, там наверху около обелиска. О, не обелиска, а около кристалла. Поселился сосед. Оп, выключить. А, вот, сосед. Волк. Трайп не помню, ник Волк. А может это Трайп Волк. Вот, поэтому как бы сосед у меня есть уже. Чпонь, 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 чпоньк. Да уж, вот это, конечно, проблемка. Проблемка в том плане, как ее поставить. Мне же потолки надо будет убрать. Чпоньк, чпоньк. Так, а если в так? Вообще никогда. Так, дальше. О, все что ли? Прикольно, быстро. Чпоньк. Ой-ой, я стенки убрал. Не, ну стенки-то такая, хорошо, что я убрал. Но зачем? Стенки убрал. Они же мне, по сути, могут и тоже мешать. Так. Ладно. Она меня бесит. Я уже разобрал пол дома. Она не ставится. Не ставится. Вообще нигде не ставится. Это реально уже меня начинает бомбить от нее. Так, давайте. Еще попробуем вот это поснимать. Ах, твою мать, а что там снеслось? Что-то деревянное сломалось. А, там стенка стояла. Насрать на нее. Так, ну-ка давай попробуем. Странное говно. Блин, я лошара, я потом уже увидел, что надо разместить на полу. Но, блин, она мне наконец-то ставится. Она ставится где-то здесь. Она где-то здесь ставит. Слышь, алло. Ну-ка, может, там все-таки. Нет. Ладно, хотя бы здесь. Теперь надо все. Это все надо залатать. Кошмар какой-то, это полный жуть, это полный кобздюнь, я не знаю, это не печка, это говно! Говно, это не печка. Теперь мне надо все застраивать. Фу. Ну, немножко даже упоролся в этом плане. Как видите, очень много факелов поставил, все укомплектовал. Здесь у меня находятся ресурсы, здесь у меня находится все, что не ресурсы. Шкафы из S+ мода, которые имеют хранение 90. Здесь у меня из S+ мод, здесь у меня Campfire, ресурс. Так, ну-ка подобрать. Что-то у меня там забагался так, что я к нему не имею доступа. Вот. Здесь у меня книжный шкаф с рецептами. Здесь у меня Workbench. Так, видите, еще места очень много свободного. Сюда я поставил входной шкаф, чтобы можно было сюда по-быстрому все скинуть, а потом уже рассортировать. И, как видите, по периметру тоже поставил немножечко факелов. Вот, все стоячие факела я раскидал здесь. Вот, и пускай они как бы здесь и стоят. Освещают, и на том хорошо. Что у нас внутри, собственно, наверху также все оставил, только дополнительных факелов пара ставил на стенах. Здесь все то же самое.
В общем, основное изменение это было внутри. И градообразующая печка долбанная, все вокруг нее я укомплектовал. Ну, по крайней мере, теперь я имею доступ ко всему. Даже если аккуратно встать, еще и к воркбенчу имею доступ. Вот, и все под рукой. Ну, самое главное, конечно, то, что печка стоит. Да, нужно еще кровать сделать. Я немножко не то сделал, и все кровати у меня разлетелись и к чертям собачьим. Но это все фигня. Так, так вот. Так, кровать. Кровать. Блин, я на кровать не могу найти. Вот и замечательно. Так, ходить могу. Так, кровати я хотел сюда поставить. Они, собственно, здесь уже и стояли. Но я тут, короче, кое-что намудрил, и они у меня исчезли. Вот, как видите, пока я не двигаюсь, я могу эти кровати стакать. Если начинаешь сдвигаться, то все, кровать уже не застакает друг дружку. И здесь у меня сейчас 5 кровати стоит, так что все просто замечательно. И самое главное, это экономия места. Так, что у нас дальше? Дальше. Мне нужно скинуть ресурсы. Так вот, с чего все началось? Началось с того, что, как я уже сказал, я задумался о том, мне нужно притомить мощного динозавра себе. Вот волосы начали отрастать потихонечку, как видите, уже начали образовываться косички какие-никакие. А вот, и все очень даже хорошо. Мне нужно мощного динозавра притомить. Ну, какого? Конечно же, было бы неплохо притомить Рекса. Вот, поставить уже большие ворота, притомить Рекса, и все будет хорошо. Но получится ли мне найти того самого Рекса, которого мне нужен, или же нет? Раптором, конечно, можем попробовать тех убивать, но я боюсь, у меня здоровечка не хватит у раптора. 16 тысяч здоровья, это, конечно, ни о чем. А, учитывая, что, как вариант, он будет дамажить по мне, ну, хотя бы около по 500, плюс-минус. А это уже явно не то, что мне нужно. А может и больше даже будет дамажить. Вот, это явно мне не нужно, такая фигня, так что пока что будет так, как есть. Поэтому, собственно, первое, что мне пришло в голову, притомить нового динозавра. Конечно, можно притомить Карна. Карначи у меня здесь летают, о, бегают, но как бы такое себе. А если уж пробовать притомить, то давайте пробовать какого-нибудь Басяова. Рексы. Где же они у нас спавнятся по-нормальному? Спавнятся они... Там не сильно. Ну, вулкан, понятное дело. Зима, понятное дело. Вот здесь это можно пошариться. Кстати, там они... Что стоит на месте? Там Джакоба. Притомленные Джакоба. И они его пытаются ударить. А так как... Персонаж не в сети уже более полчаса, соответственно, они ему ничего сделать и не могут, черт побери. Вот, поэтому, вот, кстати, там еще Вераптор, о, господи, я думаю, моя сумочка до сих пор. Вот, модуль Джакоба, самец, а, погодите, без сознания. Они его просто в целом убить не могут, это не притомленный. Там-то у меня около базы притомленный, а это не притомленный. Ясненько. Прекрасненько. Ладно, погнали. Поищем какого-нибудь Рексушу. Рекс, спинозавр, возможно, тоже как вариант. Вот. Ну, хотелось бы Рекса все-таки притомить. Рекс, наверное, поприкольнее. Но не факт. Посмотрим. А здесь еще есть и богомолы. Интересно. Кто же лучше? Не, понятное дело, Рекс-то лучше. Может, богомола прит... А, не, его, наверное, надо будет кормить именно всей этой фигней, там, типа, рога и так далее. А этого у меня явно нету. Да уж. Ну, а я, собственно, еще немножечко поищу Рексушу лучше. Или все-таки придется его с зимы тащить сюда. Даже не знаю. Или Карна попробовать. Хотя, я думаю, Славу его будет легче его притащить, чем с зимы. Ладно, подумаем. Вот, кстати, как работает. Офлайн защита от урона активируется через 28,5 минут. То есть этот человек по факту вышел буквально сколько?
2 минуты назад, да? Вот, и, соответственно, офлайн защита только потом активируется. То есть сейчас я могу спокойно, вот эти вот, знаете, полчаса его нет онлайн, и я могу спокойно рейдить. Ну, понятное дело, я это делать не буду, как бы, зачем? Вот, ну, а, и, кстати, вот он, тот самый птерчик, про которого я говорил, видите, да? То есть, альфа-птерчика дают, как я понял, всем, ну, нужно спрашивать. Сраная труба, убедись. Ну вот, ну я погнал, я тут, короче, гамму включал, у меня уже начало раздражать эту темень, у меня просто начало перед глазами все расплываться, я решил чуть поярче сделать, потому что я не знаю из-за чего, но включив гамму 2, точнее, включив гамму, мне стало еще темнее, чем было, но, то есть у меня, по сути, гамма 2,5 как-то так вот, по дефолту, а тут что-то как-то все изменилось. Вот, давайте залутаем. Если б я найду седло для раптора, посявое, то мне и томить не нужно будет. Но, как видите, у меня попадаются всякие чертежи только. Мне те, что нужно. Блин. Странный Питер, господи, я испугался. Я тут крутанулся, чтобы побыстрее полететь, и тут пролетает мимо. Кошмар. Не хочу я лететь туда. Не хочу. Не хочу и не полечу. Ёптель-моптель. Виверна. Додо Виверна. Ого, Додо Виверна. Летает она мне тут. Хотел пролететь на маленькие строчки, там посмотреть рыксушек. Ага, конечно, пролетел. Благо я хоть чухнул, что она прям перед лицом у меня появляется. Такой... Да. Благо я чухнул, и она не чухнула. Я как раз просто отвлекся немножечко. И я чухнул, что она есть, и она не чухнула, что я лечу. Повезло, короче, повезло. Ой, кого же еще можно притомить-то? Рекса. Какого-нибудь кошака, либо собаку. Ну, волк, понятное дело. А, из дефолтных, я имею в виду. Из дефолтных, потому что альфача раскачать, это, конечно, еще там нужно будет немало времени потратить. Пошел-ка в жопу ты, козлина. И не трогай меня. Да. Ну, карно еще, да, можно. По факту Рекса гигом. Гигу, понятное дело, томить я не буду. Значит, остается Рекс. Эх, печалька печальная. Еще аргентавец альфа летает тут. Блин, тут и без этого страшно. Тут еще и такой, ёб твою ж налево, обезьяна. Думинус горилла. Ёк, макарёк, прикольно. Не думал, что будет так вот просто так брать и летать. Здорово. Здорово в том плане, что их можно если что потом поубивать, когда у меня все-таки будет хоть кто-то раскачанный. Но пока что, как видите, все плохо. Все очень даже плохо, блин. Ладно, подумаю еще. Блин, нашел я Рекса. Только альфа Рекса 150 левел, кстати, прикольно. Но я кое-кого другого нашел. Это поприкольнее. Смотрите. Экус. Альфа Экус. Прикольно. Они должны еще и летать уметь. Эх. Вот того притомить было бы неплохо. Надеюсь, он меня сейчас не завалит. Да, не агрессивный. Это хорошо. Это хорошо. Кстати, в чем весь прикол? Я недавно же здесь пролетал, и никого здесь не было. Ни Рекса, ни Экуса. А тут и тот, и тот. Так, с ладником. Давай посмотрим. Ой, господи, странный птер. Нет, томить не получится, ёпт, вы же налево, дидюбаню. Ты так же испугался. Да я же откуда знаю, а если они агрессивные? Начнем с того же, что здесь и паразавры агрессивные. Бешеные отродья. Но сейчас они не настолько агрессивные, как раньше. Так что все хорошо в этом паре. Хочу убить! Чипоникс? Отлично, я попал. Я попал? Я попал! Так, стоять! Улитка, стой, ёптель! Да и сраное дерево! Да хорош ты, радужная пони, ёшкин кот. Нянкет недоделанный.
А ну тебя в баню, короче, устал за тобой бегать. Фух. Ну что я могу сказать? У меня тут пока летал, пошла одна идея в голову. Идея дота. Ну, в смысле, дот. Это такое укрепление, в котором сидят солдаты и отстреливают врагов. А я сделаю такое укрепление для рафтера. Как вы думаете, проканает, нет? Я очень на это рассчитываю. Так как раптор не может пробежать в двойные двери даже, если их не две друг над дружкой, тем более в одинарную не сможет, так что есть шансы у меня хоть как-то хоть что-то сделать. Поэтому сейчас попробую построить и посмотрим, что из этого выйдет. Вот же сраное говно! Вот это я сейчас обосрался. Сраные спириты, их просто не видно. Это просто... Бегу я, понимаешь ли? Почти что все готово. Бегу. Можно так сказать, потестить. Потестил. Я даже зайти не успел. Он у меня просто... Бастард. Видите, да? Я практически вовнутрь уже зашел. Ах, ублюдочное создание. Так. Это на случай сдрапнуть. Где это свинота? Сюда иди. Так-с. Свинота свинотой. А, просто что мне нужно потестить? Мне нужно потестить, камень-то сломает или нет. Прежде чем туда загонять хоть кого-то, мне нужно затестить, сломает ли мне камень. Так. Все, мы это скидываем. Так, вот это мы выкидываем. И вот это все выкидываем. Так, дальше. Ой, парашют так. Зачем я скинул? Точнее, выкинул. Так, это тоже все выкидываем. Отлично. Так, это он мне сейчас ломает дерево, да? Да пошел ты. Так, камень он сломать не может. Вот и отлично. Вот и пошел ты. А, точно, я уже могу подобрать. Фу. Здорово. Здорово. Осталось только придумать. Как мне теперь... сделать то, что нужно. То, что я хочу. Скотина. Да. Погнали. О, нормально. Так. Да чтоб тебя. Странная дверь опять меня прижала. Так. Ага. Отлично. Так. Погоди. Мне нужно сделать что? Так. Сейчас все будет. Зачем я в эту дверь пошел? Пристрелю. Не молись сейчас с пистолетом. Так, ты еще все там, да, тусуешься? Отлично. Это хорошо. Так. Раз. И два. Нужно больше камня. Ну что, погнали. В общем, эту свиноту ей надоело бить и свалил. Так, проверяем. Так, раптор пролезть не может, отлично, это то, что мне нужно. На тот случай, если все-таки здесь будет еще и раптор. Надо все четко и равномерно подготовить. Здесь есть хилочки на нем, у него, у раптора. Я думаю, их будет достаточно. Вот, этот свинья туда убежал. Я уже посмотрел, где он туда убежал. Давай уже, хрендель, за мной!
Со мной? Отлично, со мной. Со мной, 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 со мной. Я очень рассчитываю, что у меня все проканает. Либо я теряю раптора. Ой-ой-ой-ой. Эй, сюда иди. О, 420 всего лишь бьет. Отлично. У меня здоровечка хватит. У меня... Слышь, алло, ёпта. Хорош. Я то даже в чисто поле бы смог бы сразиться. Так что с пучком. Ху, 420 это нормально. Есть. Ху, получилось. Получилось завалить. О, сколько всего веселого. Отлично. Токсик Блад добыл. Это здорово, очень здорово. Еще только стекла добыл. Так, будет более точнее. Есть. Фу, даже такая ловушечка, по сути, не нужна была. Но все равно. Офигеть, вот это у меня он прокачался. Так, отлично, еще больше урона. На один слэвел сразу же бабахнулся. Так, и у меня там есть альфа-раптор. Так, альфа-раптор, 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 где-то там. Альфа-раптор, он помощнее будет, в том плане, что дамага у него вроде бы поменьше, а хп у него побольше. Но опять-таки же у меня теперь и хп побольше стало. Подожди, это другой карна заспавнился! Ёп, ты вышел налево. Бежим. Ты слышь, алло, за мной беги. Свинтус. О, да, я уставший. Фу. Есть время отдохнуть. И немножко прилечь. Потом встать и побежать. Так, почему эта свинья за мной не бежит? Он не чует меня, да? Кстати, получается, они того Джакоба кое-как добили все-таки. У него что, так много здоровья, что ли? Тихо, тихо. Лагать не надо! Ой. Мне это не нравится. Пока. У меня серп остался лежать. Какого фига я серп не выложил? Блин, ладно. Какого фига я серп не выложил? Ладно. Черт возьми, вставай. Вставай, тупая свинья. Ковыряется он в своей руке. Так. Что мне нужно? Мне нужны вот ты, короче, и вот ты. Все, валим отсюда. Валим, 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 быстрее, 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 быстрее. У меня там раптор сидит. Уже 201 левла, блин, ждет. Такс. О, да. Я жажду мести. О, вот он ты где. Так, а где мой лутецкий? Не попал. Пошел в жопу. Ну что он так медленно бегает? Фу, реально пошел в жопу. Блин, я за камнем его не вижу. Странная птица. Блин. А, черт, прицел же чуть ниже. Ой, если бы я сейчас попал, было бы жуть. Так, где моя сумка? Серп с какого-то перепоя там был у меня. Да что такое? Обычный раптор или то более агрессивный в этом плане? Слышь, днище, сюда подошел? Алло, ёпта! Ну хорош перезаряжаться! Беги, глупец! Беги, глупец! Сраное ублюдочное дерево. Кто бы что ни говорил, но дерево это говно. Дерево это реально говно. Это полный кошмар какой-то. Просто сраное дерево у меня там выросло. Я даже этого не ожидал. Ну, козел. Погоди. Ой, ёпта.
Это было страшно. Я так могу вас всех убивать. Ха-ха-ха, иди сюда. Иди сюда, молодчик. Ну да, оу-ей. Так, погоди. Убивать-то я вас могу. Но вы же там еще дополнительный дамаг накидываете, да. Так что уж лучше пока что в коробочке посижу. А может, он еще и дополнительно надамаживал меня. О, да. Завалил. Я даже не заметил, как это было быстро, но я завалил. Отлично. Отлично. Где этот мой труп? Все здорово. Все здорово. И что толку от того, что я завалил? Толку вообще никакого. Уж лучше спиритов убивать. Реально, уж лучше спиритов убивать. А может, это обычный это альфа-раптор был, которого можно было бы, если что, притомить? Ха. Интересная была у меня сейчас идея. Ну да, уже поздно. Урончик. Эй! Вот и отлично. Так что и так можно справиться. Ну и в баню. Потом будет настроение, я еще, ну, точнее, уже полетаю тогда. За Рексом сейчас пока что у меня настроение... Ай, твою мать! Настроения пока что у меня нету. Летать, бегать за этими Рексами. Потому что возни нереально, реально много. Все, пускай эта ловушечка стоит себе спокойно. Иди сюда! Вот, а мой раптор уже прокачался и довольно-таки нехило. Да, конечно, огрёбс он тоже нехило, но это же все фигня, это же все излечимо. Это самое главное. Фу, отлично. И здорово. Так, это все выкидываем, выкидываем. Это все нафиг нам не нужно. Не выкидывался. Все, вот теперь уже можно со спокойной душой говорить, что на этом уже точно все. Все получилось очень даже здорово. Сам не ожидал, что так получится классно убивать боссов и прокачать своего раптора еще сильнее. Теперь спириты будут, если будут спавниться спириты, а у меня там, как я понял, есть еще впереди пару спиритов, вроде бы красненького видел, Карна, это как вариант нового заспавнился, а может и нет. И терезинозавра тоже нужно попробовать также завалить, но в коробочке сидя. Вот, и уже прокачивать своего раптора сильнее и, соответственно, добывать больше ресурсов. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать и, конечно же, делиться моими листами своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.